Около сотни делегатов встретились на съезде Химкинского отделения партии «Единая Россия». Почти десяток получили партийные билеты. Среди них заместитель заведующего детского сада Антонина Коржева. Она уверена, вступление в партию поможет реализовать многие проекты для детей. Ну, я считаю, что это большая честь, что меня приняли в эту партию. Глава нашего города, городского управления Химки, сказала о целях и задачах, которые мы должны решить. Мы будем помогать во всем. Кураторов партийных проектов наградили почетными грамотами. Секретарь местного отделения «Единой России», глава городского округа Химки Дмитрий Волошин отметил, в приоритете работа с населением. У нас есть результаты, которыми мы можем гордиться и в стране на первом месте по многим позициям сегодня. Но нам не хватает, конечно, этой связи с людьми, с жителями, объяснения и интересы населения. Мы сейчас запускаем интересный очень проект. Мы сейчас измеряем на интересы населения, что людям интересно вообще в принципе, то есть кроме каких-то рабочих вопросов. А я думаю, что вы тоже все подключитесь. В ходе конференции избрали делегатов на региональную конференцию партии «Единая Россия». Она пройдет 14 февраля. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.